Директор компании «Стройинвест»? Да. Семен Семенович? Да. А вы? Я жена начальника финотдела Пряшкина. Андрей Гордеевич? Да. Очень приятно. По какому вопросу? Почему вы постоянно задерживаете моего мужа до 11 часов вечера? Ерунда какая. Да до 11 в смысле это ерунда. Мы тут до полуночи сидим, а вашего супруга специально пораньше отправляем. Ну и порядки у вас. Взять хотя бы это, всем здороваясь, целоваться. Ну, с мужиками это еще полбеды, но у вас же полный офис женщин. Я, если честно, устала отстирывать помаду от его рубашек. Вот, посмотрите. Здравствуйте, Семен Семенович. Андрей Гордеевич, здравствуйте. Мы сегодня с вами не виделись. Давайте уж поздороваемся по-нашему, по-корпоративному. Ты что, мне тут концерт-то устраиваешь, скотина? Спасибо, Семенович. Не губите, дорогой. 2 миллиона к смете, как вы просили. 3. Договорились. Пряшкин, ну хватит. Месяц назад вы отправили мужа в командировку. Да? Да. А, да. На 2 месяца в тайгу. Там совершенно отсутствовала мобильная связь. Аба, что ж вы хотите? Москва-то вон уже, как она застраивается вся. Почему вы 3 месяца мужу не платите зарплату? Почему? Так, все, мне надоела эта комедия. Давай, Андрей Георгиевич, выкручивайся сам, только не юри. А вот расскажи жене всю правду. Прости меня, любимая моя, совесть моя нечиста. Пока ты честно трудишься там у себя в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, я в это время совершаю просто подлость. Стоп! Я вам не позволю. Слышите? Я вам не позволю на себя наговаривать. Вот. Как? Мы с вами еще разве не поздоровались по-нашему, по-корпоративному? Ой, здравствуйте. Ну, хватит. Рад, очень рад. Вы действительно работаете в УБЭП? Да, начальником отдела. Спасибо вам. Огромное вам спасибо за такого ценного, такого честнейшего нашего сотрудника. Спасибо вам, Семен Семенович, вы меня успокоили. То я, честно говоря, начала думать, что Пряшкин мне чего-то не договаривает. Кто? Андрей Гордеевич, да вы что? Это же честнейший человек. Да. Он просто очень трудолюбивый. Так что насчет зарплаты, Семен Семенович? Зарплату задерживаете 3 месяца уже. Так это я завтра же переведу. Сегодня, какой разговор? Ну, если честно, не мешало бы еще и премию за трудолюбие. Я вот как раз и собирался. Спасибо, чтобы напомнили. И командировочку. В Турцию. Куда? В Турцию. Да. На 2 недели. Он инклюдив. Да. Вот прямо сейчас вот с языка у меня и сорвали. Летите вы куда хотите. Спасибо вам, Семен Семенович. Ну вот. А ты говорил, что у тебя начальник жмот. Разрешите с вами попрощаться по-вашему, по-корпоративному. Пряшкин, за мной. Спасибо.